Небесная канцелярия застала строителей врасплох. Не успели маляры покрасить фасад многоэтажки, дождь линул как из ведра. Стена расплакалась. Прохожие сняли грустный фасад на смартфон. Фото мигом разлетелось по интернету. Это обычное явление во время дождя. Свежая краска может потечь. Просто никто этого не видит. Это мы знаем. Технологию нам известна и понятна. В тот же день всего за пару часов эту стену перекрасили. Маляры учли ошибку. Остальную работу выполнили без изъянов. Сегодня высотку на строителей 108А не узнать. Бежевый, оранжевый, коричневый. Внешнюю отделку уже закончили. Окраска фасада производилась в благоприятные погодные условия. Был посмотрим прогноз погоды. Но мы же не виноваты, что прошел дождь. Теперь бригада рабочих наводит марафет внутри. Дом сдадут уже в этом месяце. Вскоре и жильцы получат ключи от новеньких квартир. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360.